что-то не собираются вообще выдыхаться, если честно. С виду, по крайней мере. Вообще ни разу. Наполи выигрывает? 3-2 уже. Ну, это интересный матч, вот, типа, на самом-то деле. Я думаю, что в UL2 у них единственный хороший соперник будет это Наполи. Там вроде же больше никого такого прям мощного нет. Изумруд. Да. Ну, Кёльн, вы же там в Европе, да? Покажете. На последнем месте? Там же Кёльн. Чё ты ржёшь? Чё ты ржёшь? Чемпион! Что-то смешного. Не, ничего смешного. Какие вопросы? Я вообще недоволен тем, что Юра не занимается командой. Не занимается командой. А кто? А чё занимается? Какой-то тип вообще левый всё время. Юра вообще как будто не присутствует. Иди с Ромой, два капитана. Пока не было Ромы, пока был только Юра, было норм. А потом состав поплыл, я так понимаю, да? Ну, Юра травму, конечно. Ну, Юра получил травму. И у Кёльна, видимо, тоже случилась травма всеобщая. В виде тебя еще параллельно. Морально, как минимум. Еще пропало, если ну, да. Ради, да? Я не понимаю, сколько ты платишь Юре, чтобы играть у них, но... Сколько ты ему доплачиваешь? За сколько он тебя купил? Ну, в плане, типа, за сколько ты ему себя продал? Точнее, наоборот. За сколько команда доплатила им, чтобы они меня взяли, да? Сколько ты заплатил Юре за место на воротах? Сколько же, сколько нам надо, там пацаны было на мороженое, на Макдональдс? Миллион? Миллиард? Типа... Юра единственный, кто согласился деньги взять, да? Типа. Здорово. Остальные даже деньги не согласны были, да. Юра предприимчивый просто. Давай, ты выставайся никуда! Красавчик, конечно. Ничего не скажешь. Ты красавчик. Юра. Дима, давай, пацаны, вертайтесь! Слил команду. Наверное, ставки еще ставил. На минуса набрал таких как ты. Андрюха не хочет уже подключать нас к 1xbet? Чего? Ну, в плане типа, чтобы они там нам тотал устраивали бет. Чтобы на наши матчи можно было ставить. Понял. О, заразили. Заразно. Этот. Ну ты понял, да, типа? Типа сможем ставить на. Дима, Завада! Сядь до хвиха, Иван Дима! Давай, давай, выбегай! Нормально будет. Иван, иди гуляй! А по поводу рекламы я не знаю. Их можно рекламировать, да? Они согласятся на рекламу? Что-то нам дадут за рекламу? Саня, фамилию скажешь, пожалуйста? Какие мои фамилии? Железковская, его Завада, Пас. Ваня, спасибо. Да будь на него, Иван, бля! Говорю, что 1xbet типа дадут вариантик с рекламкой, да, получается?
Бет рекламирует команду английской премьер-лиги, типа, не знаю, это огромная контракта. Ну, то есть и нам бы заплатили тоже. Смотри, вот у английской премьер-лиги, скажем так, аудитория там сотни миллионов человек. Да. У нас, в лучшем случае, тысячи. Тысячи, но не до десятков тысяч. Тысячи? Да. Ты думаешь, тысячи? Да. Не до тысячи? Но у нас несколько тысяч зарегистрированных игроков, поэтому я считаю, что часть из них можно считать аудиторией. Тысячи можно говорить. Угу. Все в приложении. В приложении сейчас 1005-6 игроков есть. Угу. Ну, там могут повторяться, конечно, некоторые, но не так много, чтобы. Ну, я понял. И сколько нам их заплатят за такую рекламу? Считаем, да? Иван, допустим, реально там 600-700 миллионов аудитория английской премьер-лиги. Да, это, я думаю, больше, думаю, миллиард. Ну, я возьму 600 миллионов, чтобы было красивенько. У нас 6 тысяч игроков. Значит, в тысячу раз больше, я правильно? Ну, по идее, мы должны были бы с такими успехами заплатить. Ну, допустим, там 25 миллионов они платят в премьер-лиге, да, за там, одному клубу, например. Ага. Ну, значит, нам должны были бы 25 кусков заплатить. Долларов? Конечно. Саша! Математическая прогрессия. Но в Англии возьмем среднюю зарплату. 3000 фунтов стерлингов. Это наши, ну, так что рисовать, 120 тысяч. Ага. Наша средняя зарплата 8 тысяч, 7. Итого. Посчитать тебе, сколько они нам дадут? Я просто начинаю сейчас. То есть они будут сокращать это в нашей реалии, да, типа по финансам? Просто я чисто своей логикой все. То есть, короче, заплатят они 1005, да? Так должно быть $1400. За сезон. Чувак, это косарь баксов, ты чё? Можно мячи купить? Полторуши. Ты знаешь, сколько это капает, Андрюх? Знаешь, сколько воды можно купить в бутле? Можно вообще отсюда воду не выносить потом на полторуху. Давай, я, короче, Андрюху подбивай на 1xbet и все, погнали. Подбивай, короче, Андрюх. В конце концов, надо ж куда-то расти, правильно? В плане как бы сервиса и футбола. Мы достигли предела. То есть, я думаю, был бой, это была уже последняя инновация, которая нас ждет в АФЛ. Дальше только роботы-оператор. И робот Андрюха. Ты этот еще не становишься, кстати, главным администратором? Ну, в плане, типа, чтобы Андрюха уже дома сидел, а ты... Ну, карьерный рост ведь. На 10 гривен больше будет. Ну, знаешь, 8 матчей, 80 гривен на другие годы. Это на кафе-мороженое, собственно, получится. Ну, это только на себя, да? Ты, вот ты что, с кем-то? Дешман. А ты ходишь туда с кем-то разве? Нет. Что, не разоряешься, правильно?
Вышел мяч, вышел мяч, все нормально, вышел. Ну, что, что, что ты говоришь? Это вообще не сразу. Женя на меня пальцем показывал. Ну я уже видел, что мяч вышел, серьезно, там, блин, не сложно было. Ну это же свистнул, что мяч вышел. Ну, чтоб никто не... Нет. Потом уже после времени решается. Чтоб он не переживал, что переживает. Вот мне 15-20 после игры переживает, потом в отпуск. Стадии принятия этого аута. Отрицание, типа. Ну да, вот это все сборы. Я же еще вот тут, еще не все это знаешь. Ну что ты? 3-2. А, до сих пор. Да, чувак, скучно. Да, чувак. Жесть. Это было шикарно. Лучшая игра за сегодня. Да, конечно, однозначно. Чувак. Чувак. Это мощно. Это мощно. Классно, тебя снайпить. Очень любят дамы, их ревнует господа. Пацаны, я сам не стабил время за тем. Только драку начинаешь? Ну чего? Скоро, блин, скоро. Давай, Леша, мы не попали под это. Да заденет всех, чего? Это мы, в принципе, как я сказал просто. Ты должен был только тебе по идее. То есть и логику включать. Спасибо. До конца ждем. Ждем. Вроде нет. Ну ты так, когда звонил, как чувак в последний раз. Да. Поешь песенку после финального свистка? Естественно. Спокойно, Олег, спокойно! Как и положено.
Дима справа! Выключатели эти, короче. Что-что? Завернуться, свечки. Да? Прикольно. Когда песенка появится. Там будка, короче. Это. Начинается поклонение потом. Будка. Первое. Давай, конечно. Некрасиво. С твоей стороны. Не надеюсь, что потом сах, типа, берут, типа, вот в меня мяч летит, я вижу четко прям в меня. Я успеваю брать штуку, но у меня во второй руке телефон, короче. Я с координациями не хватает, типа, среагировать, чтобы то и то ушло. В итоге попадает мяч в телефон, вылетает, он летит вниз. И что с телефоном? Ничего. Фартанул. Вообще ничего. А ты фартол. С 2 метров упал. На плитку, короче. Не здесь. На... Я понял. Он просто плитка выпал. Экраном вниз, да? Тогда хорошо. А то у вас на айфонах экраны бьются, шудой боже. Мне ж тепло нет. Да, чувак. Молотком ударь еще, проверь. Типа, насколько хорошо он выпал. А я видел эти видосики, проверяю защитную пленку. Ну, отличная пленка. Видим результаты, так сказать, защитной пленки противоударной. У нас и фончик рабочий. Уже плата разбита. Шедевр. Сели, пацаны! Что, там последняя 10-минуточка идет. Да, чувак. Ладно, зато у тебя как бы денежка больше. Чё ты, Димон? Максим, там куда ты попадаешь? А в деньгах, да. Согласен. А в деньгах, согласен. Типа ударение правильно поставили. Знаешь, где женщина в душе и в душе, это тоже раз. В кафе мороженое или у меня, да? Санта Санту, под воротом, Олег! Не знаю, чувак, Лину я взял облепиховое мороженое. Поэтому. Мороженое или чай? Мороженое. Мы нашли мороженое облепиховое. Да, чувак. Да, ем и плачу, понял? Да нет, нет. Нет, я его не ел.
Долина его ел. Разъезд, типа? Ну, типа на набережной в кафешке. В кафе мороженое. Там была куча мороженки, и мы нашли облепиху. Я еще, чтобы ты понимал, сегодня с собой взял на всякие пожарные перчатки и шарф. Ну, а перчатки тоже брал? Да. И вам. Спасибо. Вить. Сетегрив ночь. Мелочь. Ну, хоть сегодня ты получаешь. Я думаю, там для меня тоже найдется. Так что я особо не радуюсь. Если одна команда сдала, то я думаю, типа... Так, стоп. Ставлюсь. Стоп, блин, друга! Друга, друга! Ты что, на друга, ты? Пашра! Пока тебя рассчитают, па-па-па. Еще 10 минут. Драп, щука, драп. Буду мешать это сделать. Как-то столкну, короче. Будешь со мной бороться, да? Типа, как в гачи-мучи. Вот так вот. Да, полетел. Когда этот тип в кожаном костюме, типа, понял, облегающий. Пока тебя, короче, заберут отсюда. Насколько... Пока ты вернешься. Морг, типа. Да нет. Ну, дай желтый за это. Ну, зачем? Я про это. Я какую-то травматологию думаю. Что? Я помягче. Травматологию думаю какую-то. Я не пойму. Чувак, ну что это был момент поймать? Случайно повернулся? Пред мяча! Антон, сзади, сзади! Ой, чувак. Шедевр. Да, на место, ну кто это? Подходит, Рали!
Владимир, встреча сейчас игрока. С игрока сейчас встретим, подойдем. Он где-то переоделся уже, сейчас подойдет сюда. Бей! Сам право! Сам, сам! Есть, есть! Бей! 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 Афико! Афико, Дриарин, Лейдико! Что? Это недобрый. Какой? Страшно, да? Уже? Еще в плане? Не-не-не, с твоей стороны. А что, что ты поймешь, да? Эла, Дриарин, Фико, Дриарин, Митсмаркаш! Слышишь? Нардиан, Дианак! О! А выжигать начали уже? Столько мне часа! Олежка! Что, изумруд выигрывает? А кто? Чайка? Он выигрывает? Какой счет? 2,5. Подряри! Яла, яла, брагу, брагу, брагу! А мы покажи на лак, смейте, все начали бить! Страшно, страшно. А мы покажи на лак, смейте, все начали бить, ухснул! Не-не-не, не ты решаешь, судья решает. Мне без разницы, я ему покажу. Пальцем, мне кажется, он понял. Что, пенальти назначили? Да. На воротах? Да. Они выиграют в один гол? Да. Нормально, заслуженно? Я не смотрел. Перекрой! Но дело не в этом. Дело в том, что говорить мне давай, 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 это не дело. Ну, типа, это некрасиво. Это решает судья. Смотрим мы повтор или не смотрим. Тем более сейчас, когда осталось 2 минуты матча, я сейчас не буду, ну, типа, бить файл на 2 части, на 2 минуты, чтобы его потом перезаписать. Ну, короче. Это просто как бы с точки зрения траты времени не очень удобно. Три-три. Ну, вратарь хорош. Вратарь шикарен, конечно. Шикарен. Женя, минута. Спасибо. Осталось минуту у тебя? Да. Как ты получаешь, что тебя обогнал по времени? Обогнал. Чувак, ты тут еще на час обогнал. Расслабляйся. Дядя. Обогнал. Сейчас они еще, блин, четвертый заклепают. Ну, серьезно. Посмотри, сейчас он заклепает. Нет, там ничего, нет, нет. Нет.
Желтый, что? А? Желтый, что? Тут Юрий, это я. Вот так я там же кем-то начал. Я не могу уже, я мертв. Чувак, у тебя был шикарный момент, сейчас расскажу. С легендой футбола, естественно, случившийся. Я чуть не умер от смеха. Ну ты видел, наверное, да? Ну ты видел, как я умираю от смеха, чувак? Я чуть не погиб, если честно. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Андрей, это снимает? Давай. Нет. Все заслуживаешь.